Первая партия яблок Славянского сада-гиганта впервые в этом году отправится на Бирюлевский экспериментальный завод, где готовят спецпитание для космонавтов МКС. В марте грузовой корабль доставит фрукты на Международную космическую станцию. Тему продолжит Надежда Неткачева и Александр Косицын. 50 килограммов зеленых кубанских яблок сорта Ренет Семиренко и Грейни Смит отправятся на стол космонавтов МКС. Из них часть предназначена для переработки в джем и пастилу. Остальные полетят в космос в свежем виде. За время сотрудничества с Бирюлевским экспериментальным заводом, на котором производят спецпитание для космонавтов, сад-гигант отправил в космос уже 26 партий фруктов. Это 27-я поставка яблок на орбитальный стол. Сначала мы отправляем нашу продукцию, специально подготовленной, в Бирюлевский экспериментальный завод, согласно заявочек, которые они нам предоставляют. После этого уже на заводе сотрудники готовят, формируют базовый комплект для питания космонавтов. И после этого, в течение 2-3 недель, эта продукция попадает уже на орбиту. На линии товарной обработки продукции относятся бережно к каждому яблоку. На приемке после строжайшего отбора часть земных яблок переходит в разряд космических. Яблоки перед тем, как попасть на орбитальный стол космонавтам, проходит очень длительный такой цикл. Агрономы наши выращивают прекрасные яблоки, качественные яблоки, которые потом хранятся в холодильниках. После того, как проходит этап хранения, яблоки попадают на линию товарной обработки. И с линии товарной обработки наши специалисты, работники готовят эти яблоки. Комплекс фруктохранилищ Славянского сада-гиганта представляет собой современные холодильники, каждый из которых рассчитан на 5000 тонн продукции. Благодаря современному подходу к системе хранения, фрукты без потери качества здесь хранятся с момента сбора и до нового урожая. Одна из холодильных камер отведена как раз для космических яблок. В фруктохранилищах можно увидеть и транспортировочные ящики, мощные деревянные. Сомнений нет, в них хрупкому грузу ничего не грозит, поэтому можно быть уверенными, что яблоки на столе космонавтов окажутся в лучшем виде, целыми, невредимыми и полными витаминов. Надежда Неткачева, Александр Косицын, программа «События».